Всем привет! Наконец-то мы снова с вами, и сегодня снова снимаем челлендж. Да, мы будем делать челлендж «Что в коробке?». Да. Так он пока... да. вроде что назывался. «Что в коробке?». «Что в коробке?». У нас есть вот такая коробка, которая осталась у нас с прошлого раза. Мы ее мастерили с вами довольно долго. Ее немножко пума погрызла. Но ничего, коробка выжила. В этот раз... мы не знаем, что у нас в этих коробочках. Нам эти коробочки приготовили мои родители. И там какие-то всякие штучки, короче, для меня и для Кати. Да, то есть у меня коробочка предназначена для Вани. То есть я эти предметы буду давать Ване, Ваня должен будет их угадать. А у Вани в коробочке наоборот, предметы для меня. Так что да. Ни я не знаю, ни он не знает, что у кого. Мы даже не можем догадаться, что это такое, потому что... это не мы собирали. Да. Мне кажется, нам так с Ваней показалось, что это будет интереснее таким образом этот вызов сделать. Что, давай начнем? Ну что, я, наверное, да, начну, раз я тут сижу. Да ты уже сел так хорошо, но мне нужна моя коробочка. Ну так, доставай. Готов? Да, готов. Я сяду сюда. А я в камере вижу. Ну смотри, а нет, ты так не видишь. Ну так, я вниз смотрю. Не смотри. Угу. Ты сможешь просунуть руки? Да. Я уже просовывал. Все, просовывал. Так, ну что? Что? Я, скорее всего, знаю, что это такое. Это штука, чтобы набирать мороженое. Да. Я прав? Да. Ну, у нее форма такая, не перепутаешь ни с чем. Остренькие она края. Маленькая. Да. Но уже ручка есть, но у нас еще она нажимается. А, нет, у нас немножко другая. Ну, короче, я угадал. Это... да, это ложка для мороженого. Ух ты, какая прикольная. Так. Что, я следующая? Нет, я тебе все, потом ты все. Все. Так, отворачивайся. Давай. Готово. Так. Похоже на точилку для карандашей, наверное, для макияжа. Или, может, для обычных карандашей. Ну, по крайней мере, здесь какое-то отверстие есть. Это похоже на точилку. А это открывается внутри лезвия. Да, это точилка. Правильно. Мама или папа, я не знаю, кто это положил. Вы что такие легкие нам задания дали? Мы же сказали, что все угадаем. Точилка. Отворачивается. Изи. Аж интересно. Так, это матрешка, наверное. Нет? Нет, это не матрешка. А, это для солонка. Соль насыпать. Я вот чувствую маленький. А как сюда засыпать? Это снизу, наверное, открывается, да? Да, вот снизу чопик. Вот снизу чопик. Да, и насыпается. Да, да. Хотя по форме похоже на матрешку. Но дырочки зачем в матрешке? Короче, я не могу закрыть это. Закройте, пожалуйста. Это было салон. Ну ладно, гадал ты тебя, да. Так, три уже из трех. Давай. Ну, я надеюсь, на этот уж. Так. Это я тоже знаю, это для ногтей. Ну, а что именно? Подпиливать, пилочка для ногтей. Но она же не пилит. Но она не пилит, а стачивает, там, не знаю, как она называется. Лихо, как... ну, наждачка для ногтей. Ну, правильно, это чтобы... ну, делать. Ну, я же говорю, лихо, это по-испански. Да. Напильник, короче. Ну, шкурка. Да, шлифовка, шлифовка. Ну, да, но это я это имел в виду. Я говорю, так это же у тебя в наборе у тебя бы. Вы. И это просто это элементарно. Для Вани вся косметика это очень элементарно. Давай. Ой. Чувствую, что. Но я еще не знаю, что там для меня приготовили. Давай. Так. Вот это уже что-то посложнее. Но оно открывается. Может, хоть это не угадает. Это какие-то тени. Блин. Это были
эти румяна. Румяна? Ну, уж это я точно не угадаю. Хотя я мог намазать, попробовать на вкус. Ну что, последнее. Давай. Больше мне ничего нет. Посмотрим, угадаешь. Это крючок вязальный. Это просто элементарно. Короче, надо, я не знаю, кого пустить. Мы просили, чтобы они купили в магазине что-нибудь такое маленькое, чтобы это нам было сложно догадаться. Но они сказали, что они дома найдут. Ну, как видите, дома мы все угадали. Ладно, я надеюсь... Я, кстати, не видел, что там Кате положили, поэтому я надеюсь, что Катя будет страдать. Угадывай. Так, ну что, теперь Катя на очередь. Вот моя коробочка. Закрой глаза. Ну, я просто в коробку смотрел. Оно даже не интересно подглядывать, потому что интересно именно угадать. Ну да. Запечатали на скотч, чтобы прям вообще салфеток напхали. Ну давай, Зай. Чё там? Так, первое. Ну начнем, наверное. Ну, всё? Да. Посовывай руки. Это матрешка деревянная, которая на кухне стоит у родителей. Да. Ну это еще соломка, видела? Здесь можно сыпать. А, ну да, ну матрешка вообще. Ну матрешка, ты правильно угадала. Давай следующий. Так. Угу. Это какой-то орех. Это грецкий орех. Ай. Так, ладно. Это будет нереально угадать. Ну давай. Все, можно? Да. Это батарейка. Какого размера? Обычная пальчиковая батарейка. Сколько А? Да без понятия. Что тут нужно? Вроде 3 А. А нет, 2. Так, давай следующую. Ну что? Да кубик обычный, чтобы играть. Там точки такие. Тебя даже не видно. Ты бы хоть это. Да, ну, просто, ну, прижимай вот так, когда говоришь. В общем, это кубик для, ну, для игры, чтобы играть. Там один, два, это, скорее всего, от нар кубик. Так, давай хоть какую-то интригу, не знаю. А то мы так угадываем с тобой. Чувствую, что придется их просить, чтобы они еще раз нормально только все сделали. Да. Давай. Мне ж интересно. А что ты одной рукой? Потому что я второй не дотягиваю. Не дотягиваешься? Смотри, я не могу. Это ключ, чтобы выкручивать болты. Какой ключ? Ну вот это вот ключ. Там вставляешь вот так вот. Как он называется? Ой, как он называется, без понятия. Значит, мы не зачтем тебе. Нет, Зая! Тогда мы тени тебе тоже не зачтем, потому что это были румяна. Это ключ, который, чтобы что-то открывать, эти болты, или как они называются? Ну, как они называются? Ну, это не шуруповерт. Нет. Гаечный ключ по-другому выглядит. Он гайки откручивает. Да, он гайки. Нет, это не гайки, это другой. Ну ладно, не будем это. Короче, это шестигранник. Ну, почему я должна знать это слово? Есть еще что-нибудь? Да, последний. Последний, самый сложный предмет. Я его ставлю напоследок. Ну что? Как вы думаете, угадает или не угадает? Я хоть какую-то интригу сделаю, как в фильм, в передачах в конце, там полчаса мусорят одно и то же. Ладно. Все, можешь просовывать свою длинную руку. Одну. Я знаю, что это такое. Что это? Это... Они еще есть такие пластиковые штуки. Мы на балконе вот эти нашу эту деревянную штуку цепляли к ограждению. Бриды. Нет, это не бриды. Но это металлические, которые с
хорошо так держит. Да, это он. Это не брида. Брида не пластиковые, и они затягиваются, это не брида. На металлической я не знаю, как называется, но они играют абсолютно ту же самую функцию. Ну, зачтем, потому что ты имеешь, ну, ты понимаешь, что это такое, ты просто не знаешь, как это называется. Это называется хомут. Хомут, я знала это слово. Металлический хомут. Хомут. У нас не эти деревянные штуки прикреплены, у нас, а велосипед. Да, штука для велосипеда прикреплена этими штуками, да. Ну вот так вот легко и просто мы все угадали. Недооценили нас родители. Подумали, это будет нереально, но вы сами видели, это было очень легко. Мы, кстати, когда с тобой угадывали, тоже все угадали, да? Да, но мне кажется... Мы не так быстро все угадывали, когда мы друг другу сами выбирали. Да? Угу. Но ни я, ни Катя не смотрели, потому что тогда вообще смысла бы не было. На самом деле было просто очень легко. Но мы надеемся, что в следующий раз они постараются. И все-таки поедут в магазин и выберут что-нибудь как бы, в магазине. Вроде как бы ездили в магазин и сказали, что ничего такого не нашли, чтобы было трудно угадать. Но я не знаю, как можно матрюшку не угадать на ощупь, допустим, или орех грецкий. Это же легко. Очень. Очень легко. Если, конечно, пальцы отбить молотком и угадывать, вот тогда, возможно, было бы сложнее. Здесь я с тобой соглашусь. Ну, надеемся, что вам понравилось это видео. Огромное спасибо, что были с нами. Обязательно ставьте пальчики вверх, если вы хотите увидеть третью часть этого вызова. Да, мы постараемся, или мы постараемся. Ну, короче, постараемся сделать, чтобы было намного интереснее, в плане того, что мы будем мучиться и угадывать. Это да. Возможно, даже попросим Надю с Давидом. Может, им придет что-то интересное. Может, да, может, им в голову придет что-нибудь интересненькое. Ладно, подписывайтесь на наш канал. И всем адьос! Call for